Всем привет! Вы на канале Манс Бойчин, и с вами я, Дмитрий Ващенко. Я подумал, хватит фотошопа уже. Вот нашел довольно хороший сервер сам. Говорю сразу, это никакая реклама. Думаю, хватит говорить разный бред. Пожалуй, начнем. Итак, что ж, мы вот зашли на сервер наш Strange RP. То есть Strange Roleplay. Попробую уже на Strange Roleplay. Вы впервые зашли на сервер. Хорошо. Так, правила сервера. Правила сервера. Так, регистрация. Имя наше. Это. Что? Это пол. Так, выбираем мужской. Национальность. Американец, испанец, итальянец, француз, немец, русский, японец, китаец. Американец. Возраст. 18, будем молодым американцем. Паспорт. Так, это, конечно, вы не будете видеть, это все замажется. Ну вот, почту потом подтвердим. Ну, да, потом, ладно. И выберем скин. Такую калеку выберу. Так, думал, он уже в лобке лежит. Так, вот такое у нас интересное появление получается. Там мы... Спать можно? Вы не хотите спать? Ой, угадал сразу. Так, давайте осмотримся, что у нас тут есть. Чё он такой каличный, чё он бегать не может даже? Бежать не может. Охренеть, выбрал, блин. Ладно, это, так понимаю, отель какой-то, типа, с миссией, не помню. Ну, даже не помню, то есть не могу объяснить, но помню, вообще шикарно. Ладно, давайте посмотрим, что дальше будет. Так, выходим. Почему пробел он стоит? Ладно. Блин. Так вот, кенты собрались уже даже. Такс. Мопедов никого нету. Будем просить кого-то, чтобы до работы подвезли, не знаю. О. Так. Снимаю видео. Кто вот везет? Вряд ли, конечно, кто подъезжает, мне так кажется. Ну, кто-нибудь. То есть, что-то нету написал. ФБ. Видно адекватно школьников. Ладно. О, мопед, давай, бей его, бей. Помню, как это на самом сюда, блин. Не всегда сам получилось бить мопед, отвечаю. Ладно, это все. Уху, я угнал мопед, короче. Не знаю че, но надеюсь, мы на нем доедем. Так, ура, я же говорил вам, что это по спичу. Так, а, есть проезд, хорошо. Повешу управление транспортным контролем. Люк. Двигатель, фара выключена. Давайте включим фары. Двигатель. Прикольно. Такс. О, GPS нужно знать, куда хоть на какую работу вам ехать. Так, GPS. Важные места. Бизнесы. Промышленность, по-моему. Карьер, склад. Карьер, работа. Метеорологический завод, продуктовый завод. Давайте металлургический завод. Так, а у меня мышка отключилась. Мышка еще, блин, садится. Ладно. Побаговизим немножко. В моих лучших традициях. Так. Итак, вот я добрался уже к будущему месту работы, я так и понимаю, тут переодеваться.
Так, да, издевалка. Давайте заглушим мопедку. Я уже только начал играть, я уже раздуплился. Так, издевалка, начать. О, ура, я могу бегать. Че работы на заводе, вам выдана рабочая одежда, идите на склад и возьмите руду, а то внесите ее в плавильню. Так, заводской склад, количество руды. Идите to unload, чтобы выгрузить количество железа. 106, введите толот, чтобы загрузить. А, это для дальнобойщиков. Итоги, короче, заработал 1400 или 1200, по-моему. Сейчас нужно быстро украсть мопедку. Мы сделаем сейчас, да, 1240. Нужно срочно как-нибудь украсть мопедку. Ну стой, пожалуйста. Пойдай. Сейчас времени 22. Сейчас времени 2 часа. Были в игре слишком мало, не бывали, дебилы. Блять, что мне теперь делать? Охренеть. Тут мало кометаллических машин, кажется. Кто? Кто? Где? О! Бежать мне вообще не у прикол. Телефона у меня, конечно же, нету. Какой тайм? Эл. Да, у меня только есть 1615 долларов. Да, я вообще миллионер. Ладно. Что он придумает такое? Придется бежать пешком, что делать? Это не где-то все-таки.
Ложки есть. Да. Ура, ура, стой, стой, стой! Охуеть! Короче, я придумал, сейчас тупо спрыгну с ляда. Тут есть такая фича. Канатная дорога называется на Челяд. Прикольно, кстати, сделали. Так понимаю, это модель какая-то целая. Ну, вот, кабинка едет. Только не знаю, как это подниматься, что это буду делать все первый раз. Короче, наверное, сейчас будет весело, блин. Все, поехали. 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 Да, сделаю даже проще. Поднимемся на высоту. И жахнемся нахрен. I can fly, I believe I can touch the sky, I think about it every night and day, spread my wings and fly away, I believe I can soar, I see me running through that open door. Я умер. И что, больница, блин? Охренеть. Ну вот это понимаю, хотя бы РП какой-то есть. Больница. Бомжи. Медики. Везде бомжи. Везде бомжи. Нихера себе. Выход, госпиталь. Только для персонала. Молодцы, реально такой еще фичи не видел нигде. Нереально молодцы. О, мопедки! Ура! Врум, 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 врум. Так, врум, врум. Поехали. Поехали, наверное, 2-4-7. Купим там хотя бы телефон, часы. Да так вообще, блин, не прикол. Ты скин я бы поменял себе. Бомжарой ходить вообще не прикольно. Так. Так, 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 до 4.7 там у нас. Надеюсь, мопедку не угонят. Я надеюсь войти. Купить аж телефон. Охренеть! Я не такой богатый. Телефонная книга, часы. Продукты, часы 750. 300, удочка. Фут. 30 штук. А, штука одна. Пиво 30, серия 7 долларов.
пачку сигарет, ну, пачку 30. А, это штука. Давайте хоть 3 штучки купили. Купили сигареты, 3 штуки. Так, инвентарь. Вот, сигареты есть. Давайте их как-то используем. Или как-то. А, вот, use. Use. А, я курю. А. Растамана. А, мопедка где? Во, спасибо тебе, Джордан Уайт. Если ты будешь смотреть этот выпуск, я тебе очень благодарен, чувак. Кем юсер маднес плай шангай. Дома ухватает даже. Норм, так норм. Чтобы меня не кикнуло сейчас. Да он читерит. Давай. Охренеть, ребят. Короче, жопа. Так, короче, опять больнички, потому что мне так казалось проще. Тут можно мопедку еще взять, короче. Это самый оптимальный вариант для меня. Пожрать что-то надо еще купить. Так, это всякая хрень. Ну ладно. Возьму мопедку, поеду в автошколу. Может там что-то, блин, права сделаю. Надеюсь, они мне хватит 1575, что-то права купить. Так, вот я добрался к этой долбанной автошколе. Так, это ПТ, экзамен. Вы можете кстати, начать экзамен на вождение. Он должен сложно начать экзамен. Поздравляем, вы прошли тест на физическую часть, ваш результат 8, блин. Придите к практическому части, идите на парковку и сядьте.
Ну, норм. Давайте сейчас пройдем экзамен. Надеюсь, я его сдам, не просру $400. Так. Так, Control. Поехали. Так, вы успешно сдали экзамен, получили водительские права. Паркуйте автомобиль. Теперь ваш доступный бой водитель автобуса, таксист, механик, дальнобойщик. Ура! Это успех! Ладно. Фу. Думаю, продолжим в следующих выпусках уже. Думаю, с меня хватит первого выпуска, а дальше будем продолжать следующий. Если тебе понравилось видео, подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новых видео. Также ставь палец вверх, не вниз, а вверх. Увидимся!